Алло, привет, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня встретимся еще раз и продолжаем наш урок индонезийский язык для начинающих. Прежде всего, я хочу извиниться или прошу прощения, если потом вы найдете какие-то ошибки или что-то неправильно из моей речи, потому что это очень трудно, мне очень трудно говорить и объяснить урок на русском языке, тем более, что я иностранец, очень свободно, очень тяжело, как говорить свободно и правильно русский язык. Давайте начнем индонезийский язык для начинающих. И сегодня мы будем продолжать тему Yang, союз Yang. На предыдущем видео мы уже говорили, что Yang относится к одушев. Мне очень трудно произносить это слово. Ян относится к одушевленному, одушевленному и к неодушевленному. Окей, да? Давай. Contoh. Orang yang saya lihat di jalan kemarin itu adalah Bu Yuni. Orang yang saya lihat di jalan kemarin itu adalah Ibu Yuni. Переводим на русском языке человек, которого я видел или видела на улице вчера. Она, мадам Яни или госпожа Яни. Сейчас. Человек, человек, который я видел вчера на улице вчера, госпожа, как госпожа Яни, вот так. Слово «ян» относительно к одушевленному. Orang yang saya lihat di jalan kemarin itu adalah Bu Yani. Bu Sakrasheni is stowa Ibu Yani. Chilowek katorawa ya vidil na ulitsi uchera gaspaja Yani. Gaspaja ka gaspadin gaspaja Yani. Da? Понятно, да? Chilowek orang yang katorawa saya lihat ya video di jalan na ulici kemarin bicara adalah Ibu Yani ta gaspayang Yani i talishi email yang panjang itu adalah dari adiknya di Prancis. Email yang panjang itu adalah dari adiknya di Prancis. Буквально мы переводим email, который длинный, как электронная почта, которая длинная, это из его брата или от его брата во Франции. Да? Понятно? Email yang panjang itu adalah dari adiknya di Perancis. Email katoraya длинная. Это из его брата или ее сестра в Франции. Может быть, длинная email. Вот это длинная email.
из его брата или из его ее сестры, у Франсис. Дальше. Orang yang bekerja di kantor itu semuanya muda. Человек или люди, которые работают в тот офисе, молодые. Молодые. Они молодые. Orang yang bekerja di kantor itu semuanya muda. Человек, который работает в тот офисе, в том офисе, они молодые. Вот так. И сейчас есть упражнение, которое вы можете делать сами, самим собой. И, ну, продолжайте, чтобы стал, чтобы стало полным это предложением. Да? Фото я. Фото я. Картинка, которая. Бла-бла-бла. Фото я. Вы, ну, продолжайте на индонезийском языке. Сочините слово. Ресторан я. Ресторан, который. Псан я. Псан это как ящик, да? Ну, сообщение. Сообщение, которое. Сообщение, которое. Копи я. Кафе, которое. Олахрага янг. Ну, спорт, который. Кота янг. Город, который. Сурат янг. Письмо, которое. Пенербанган янг. Рейс, которое. Алат музык янг. Инструментальный музык. Который. Binatang yang животные, которые, bla bla bla. Ну продолжайте здесь. И дальше слова какой или который. Ну это как который, да? А на английском языке будет which one. Какой, например? Rumahmu yang mana? Rumahmu yang mana? Rumahmu yang mana? Или мы можем тоже говорить на индонезийском языке yang mana rumahmu? Ну, поменяем местами. Да? Rumahmu yang mana? Или yang mana rumahmu? Если там есть много домов. Сейчас уточню. Дом. Много домов, да. Если там много домов, потом мы спросим. Yang mana rumahmu? Yang hijau. На который зеленый. Не желтый, который желтый. Или у нас есть много одежды. Потом мы спросим. Mau pakai baju yang mana? Ну, какую ты выбираешь из одежды, да? Какую ты выбираешь? Yang putih. Ну, белую. Которую белую выбираю. Вот так. Вас. Сегодня мы закончим урок и продолжаем на следующее видео. Если что-то непонятно, напишите через вот комментарий. И я прошу, чтобы... И я надеюсь, что вы будете понятны. Хорошо понятно. Пока-пока.